Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Помню, такие еще книги «Все обо всем» были. Что-то к нам никто не... Что-то ко мне никто не подходит. О, народ подтягивается. А ты уж. Сколько у тебя максимально было в эфире? 300. 300 человек? Угу. 300. Так, дружище, ты мне сейчас... У меня есть ямочка. Аккуратно. Привет, Юля, привет. Там кто-то, я не знаю. Пусть пишут, с каких стран. Приветик. С каких стран? Это вообще-то чел из моей школы. А, да? Угу. А, так это даже могут левые люди присоединяться еще. Да, могут. Экран 25 тысяч стоит. Еще годно. Так, а это кто? Это называется Ферта. Верта? Да. Уже 4 человека. Это все твои друганы? А, привет, Настя. О, да. Окей, я не знаю, что... Один человек там какой-то левый. Ну что, а что они не пишут-то ничего? Кто, один телефон? В честь чего транса? Федь, туса? Федь, спроси, ну, просто сижу. Просто сидим, откисаем. Дядя. Читаем. Это дядя. Большой словарь энциклопедический. А, вот а чё они не спят-то вообще, время пол-одиннадцатого? Нормальный человек. А, сегодня же пятница. Да, они и будний день. Да, так, да я вижу, видел Лиза трансляцию там в 3 часа ночи. А где? Уже такого нету. Я приличная. Ну а чё, ничего, 5 человек всего? Вон 4 уже. Видно, никому не интересно. Да. Я просто давно пусть не проводила трансляцию. Пусть присоединяются там с каких-нибудь других стран, Штаты, там, не знаю. Да, такие редко заходят. Твой дядя да. Тоже в перископе есть. Да, в да, группе от перископа. Вот, а вы почему? Да. Эй, Федя, отдай телефон. У меня дома ремонт идет, и я жду, пока уляжется пыль. Когда уляжется? Через час. А у нее время? Ну, покажи, вон тоже братика. У пыли есть время? Подставки. Это, а что они, ну пусть они напишут что-нибудь. Ребят, чем занимаются? Да, что делать? Вот мой брат на компьютере. Да, Петя? Это же про Джорда. Голос смотрит. Голос дети или просто голос? Ой, какой-то чел. Реально все есть. Вот, вот эта книга может дать вообще. Отдай! Отдай, Федя! Федя! Да. Спасибо. А что вы делаете? Не знаю. А, ты хочешь показать инструкторов? Фитнес-тренеров. Ой, ты как так поставил? Ой, тут привет из Турции. Привет. Салам. Привет из Турции? А чё? Почему по-русски? Кто-то в Турции отдыхает? От кого? От кого ребёнок? В общем, ребёнок сейчас сам ответит вам, от кого. Эй, не заканчивай трансляцию, ты вообще обалдел. Федя! Федя! Хватит! Просто... Ты... Отдай телефон. Мне достал, Федя. Все нормально, убери руки. А ты что, журналисты там снимали промо-фильм или что-то, но... Федя, ты меня бесишь. Очень прикольно. Не трогай мой телефон. Ну, Феденька, ну, пожалуйста, ну, хватит. Что, будем его подвызвать меня? Ребята, держитесь. Лайки посыпались. Хватит. Хватит меня фоткать. Не надо. Дайте слово ребенку. Лиз, я, честно говоря, думал, ты попопулярнее в перископе. 4 подписчика и у меня было, когда я с Турции.
это правда. Не в обиду будет сказано, что это. А ты астму используешь? Да. Активно? Да, у меня там 150. Ну это нормально. Кавказского вида. Да, отвалите.